Люблю такой поминки. Tai labas vakaras visiems, labai malonu, kad susirinkot po ilgesnės pertraukos mūsų persikraustimo ir visokių kitokių negandų, bandom vėl atgaminti bibliotekos kultūrinius renginius. Ir šiandien pas mus Svetlana Panič, nežinau kaip nusakyti, jos didelę turtingą darbo patirtį, poliglotę iš Donecko, dirbusi Kijeve, dirbusi Berlyne, dirbusi Maskvoje. Dirbusi Lietuvoje ir mes jau su ją aptarėm begalybę temų, kuriomis jinai galėtų kalbėti. Šiam kartu ieškojom, na kaip dabar tarsi ir į temą ir norėtųsi, ieškojom kokiu būdu susieti Ukrainos ir Lietuvos žydiškus gyvenimus perpinti. Ir pagalvom, kad štai pas mus prie durų kabo Anskio portretas 20 metais. Sukako 100 metų nuo jo mirties ir nuo jo dibuko premjeros Varšuvoje, kuri dėja neįvyko Vilniuje dėl visų pogromų. Na ir Katanskis galėtų būti būtent ta asmenybė, kuri labai gražiai supina ir turim progą išaiškinti jo asmenybę, jo kūrybą dar ir matyti, kad daug visokiausių likimų persipinančių gyjų, apie kurias Sveta ir pasiruošusi pakalbėti. Kaip minėjau, paskaita bus anglų kalba. Nežinau, jeigu kas nors turi. Rusų. Atsiprašau, rusų. Rusų kalba ir tikiuosi nereikės vertimo niekam. Jeigu reikės, tai padėsim. Вы все поняли, что я сказал. Света как раз сейчас изучает литовский язык и уже продвинулась довольно. И мы будем сотрудничать, я думаю, в дальнейшем. Надеюсь. Так, вам слово. Добрый вечер. Простите, меня слышно, да? Хорошо. Ну что ж, спасибо огромное, Жильвина, за такую возможность. Спасибо огромное всем, кто пришел, всем, кто присоединился. Я сразу хотела бы попросить прощения за то, что я еще не знаю литовский настолько, чтобы рассказывать по-литовски, поэтому я буду говорить по-русски. Вот. И еще одно частное, личное признание. Для меня это огромная честь и огромная ответственность рассказывать об Анском Вильнюсе, городе для меня во многих смыслах родном, а кроме того, рассказывать об Анском, по сути, в том месте, где он дважды проводил свои вильнюсские годы. И вот спасает меня от страха этой ответственности только мысли о том, что речь пойдет о поразительной личности, которая сама по себе гораздо больше всего, что о ней можно рассказать. Поскольку время у нас ограничено, а биография там безгранична, биография Анского, я, в общем-то, естественно, какие-то фрагменты буду упускать, но мы попытаемся, что мы попытаемся сегодня сделать? Мы попытаемся проследить, с одной стороны, те украинские пути в судьбе Анского, которые, в конце концов, привели его в Вильнюс. И начать я бы хотела с воспоминаний еще одного еврейского человека, также связанного с Вильнюсом. Это Осип Эмильевич Мандельштам. Мандельштам встречался с Анским один раз, и затем в биографической прозе «Шум времени» он пишет. Семен Акимович Анский сочетал в себе еврейского фольклориста с Глебом Успенским и Антоном Чеховым. В нем одном помещалось тысячи местечковых раввинов. По числу преподанных им советов, утешений, рассказанных в виде притчи и анекдотов. В жизни Семену Анскому нужен был только ночлег и крепкий чай. Слушатели за ним бегали. Русско-еврейский фольклор Семена Акимовича в неторопливых чудесных рассказах лился густой медовой струей. Семен Акимович, еще не старик, дедовски состарился от избытка еврейства и народничества. Губернаторы, погромы, человеческие несчастья, встречи, лукавейшие узоры общественной деятельности. За скромным чайным столом, с мягкими библейскими движениями, склонив голову на бок, он сидел, как библейский апостол Петр на вечере. Можно сказать, что эта цитата своего рода конгломерат, краткий свод, или как бы мы сегодня назвали это коллаж всей биографии Семена Анского.
настоящее его имя Шлоймо Зайнл Рапопорт. Его судьба была во многом типична для умных мальчиков из черты оседлости второй половины XIX века. И вот, как писала одна из, наверное, самых замечательных, самых значительных исследовательниц творчества Анского, бессменный хранитель его коллекции в Украинской национальной библиотеке имени Вернадского Ирина Сергеева, биография Анского в значительной степени это типичная биография еврейского интеллигента, вышедшего за пределы еврейской улицы, получившего внешний социальный культурный опыт и затем вернувшего этот опыт в еврейскую среду. Вот что, собственно, и происходило. Вот что мы попытаемся проследить. Ну, начнем с самого начала. Шлоймо Зайнл Рапопорт родился 15 октября 1863 года в литватской семье в местечке Чашники Витебской области. Затем семья переезжает в Витебск, и он, собственно, в Витебске он и рос, и семья была можно бы сказать, что семья была не то чтобы совсем несостоятельной, скорее среднего достатка. Его мать держала трактир. Об отце мы очень мало что знаем. Он отучился в Хедере. На этом его еврейское образование заканчивается, поскольку друг отрочества, приятель по Витебской гимназии, сын просвещенного купца, сторонника Хаскалы, молодой человек по имени Хаим Житловский, выглядел этот молодой человек в то время, когда он познакомился с юным Шлоймом Рапопортом, вот таким образом. Так вот этот молодой человек подсовывает мальчику из благочестивой еврейской семьи не только разную возбуждающую ум литературу на идише, но и русскую литературу, которую дома у Житловского читали. До 16 лет Шлоймо Рапопорт знает по-русски всего несколько фраз, малоприличных, как вспоминали его биографы. Но в 16 лет он начинает очень бурно читать, он начинает изучать русский язык и одновременно знакомиться с идеями русского народничества. Вот тут с ним происходит то, что примерно век спустя очень точно определит выходец из Киева, еврейско-русский поэт Наум Каржавин. И тут же захотелось с кем-то драться им, идти в народ и не страшиться дыб. Вот возникает вопрос, а почему еврейские мальчики шли в революцию? Почему им не сиделось в Ешиве и Хедере, а потом в Талмуд-Таре? Есть разные точки зрения. Исследователь еврейской истории и еврейского автономизма Саймон Рабинович считал, что для молодых людей, вышедших из местечек в более или менее широкую культурную среду, на редкость притягательным оказывался образ русского в кавычках «общественника», то есть общественного деятеля, народника, народовольца, на редкость притягательной оказывалась идея служения. А вот израильская исследовательница еврейского революционного движения и, в частности, еврейского анархизма Инна Штаксер полагала, что двигала вот этими еврейскими мальчиками, которые шли в русские народники в революцию, двигала ими скорее не столько политическая, сколько религиозная идея. Многие из них, в общем-то, все они закончили религиозные школы. В той или иной степени отошедшие от еврейской традиции, они все-таки оказывались выпускниками Хедера. Оставались выпускниками Хедера, выпускниками Ешив, и воспринимали политическую борьбу прежде всего как некий деятельный ответ на то, что они читали у пророков. У Исаии, у Иеремии, у всех тех, кто звал бороться с социальным злом. Иначе говоря, они интерпретировали пророческое обличение буквально. Именно так, как оно звучало в пророческое время, для них было актуально, и это видно по высказываниям очень многих из них. Вообще еврейские эсеры, еврейские народники – это необычайно интересная тема. Так вот, по высказываниям из очень многих из них видно, что они воспринимают пророческое обличение, пророческое слово буквально, ну вот и действуют соответственно.
И так Шлоймер Рапопорт уходит из родительского дома и начинает учительствовать в хедере белорусского местечка Лиозна. Но вскоре он начинает вызывать подозрения, поскольку выглядел он совершенно не так, как должен был выглядеть традиционный меломед. Этого еврея, одетого в кургузый пиджачок, бритого и не слишком строгого в том, что касается обрядового благочестия, начинают называть апикойрос, то есть эпикуреец, тем словом, которым еврейская среда называла чудаков, чужаков, странных людей. На Анского пишут донос. Однажды у него в руках замечают книгу, русскоязычную книгу, на которой написана «Христоматия». Слово «христоматия» толкуют как христианскую литературу и обвиняют его в том, что он подспудно протаскивает в хедер христианские идеи. Еврейская община к тому же обнаруживает, что он слишком либерален, что он дурно влияет на юные еврейские умы, поскольку внедряет в эти умы не только традицию, но и идеи Хаскалы. И в 1882 году его лишают учительского звания. Вот к этому времени он, по своим убеждениям, уже совершенно сложившийся народник, убежденный в том, что интеллигенция в неоплатном долгу перед рабочими, перед крестьянством, и потому обязана просвещать жизнь народа изнутри. Что он делает? Он уезжает из Лиозна, он вообще оставляет эту землю и отправляется в Екатеринослав. Украинский Екатеринослав, нынешний Днепр, где занимается переплетным ремеслом, но недолго, а затем достаточно быстро находит себя в работе на соляных и угольных шахтах. Почему шахты? Дело в том, что, как потом, впоследствии, много лет спустя, он объяснял своему другу Виктору Чернову, о котором речь впереди, за шахтерами, в отличие от несчастных интеллигентов, полиция не следила. В сумрачной массе шахтеров я совершенно затерялся, был принят как свой. И именно здесь, в Екатеринославе, на шахте, Шлойма Зайнла превращается в Семена Акимовича, поскольку его имя шахтеры, те, кто его окружает, просто не могут произнести. Но тут интересная штука. Он становится для рабочих своим, но вместе с тем сохраняет от них некоторую дистанцию в том смысле, что он ставит себя в позицию наблюдателя. Эта позиция ему понадобится потом, когда он поедет в экспедицию. И вот он ставит себя в позицию наблюдателя и начинает записывать рабочие песни и одновременно писать рассказы из жизни рабочих. Вот первый рассказ «История одной семьи». Он пишет его на идише. В 1883 году его переводят на русский язык и публикуют в русско-еврейском журнале «Восход» за подписью «Псевдоним». Однако Анский не только занимается сбором рабочего фольклора и учит рабочих грамоте, он занимается также и политическим просветительством. Читает лекции о социальном неравенстве, распространяет среди рабочих антиправительственные идеи, как его обвиняют. И вот в 1888 году, по славной традиции имперской полиции, продолжающейся по сей день, Анского арестовывают за распространение антиправительственных идей. Потом вскоре его отпускают. Однако к этому времени он уже известен как беллетрист. Дело в том, что публикацию в «Восходе» заметил, наверное, один из главных, наиболее достойных народнических, вот так выглядел журнал, где он публиковался, это один из первых литературных русско-еврейских журналов, выходивших в Российской империи. Так вот, публикацию в «Восходе» заметил Глеб Успенский, писатель-народник, человек достойнейший, человек невероим, человек очень неравнодушный, голос которого, наверное, можно было бы сравнить по влиятельности с голосом Короленко, выступавшего против еврейских погромов. И вот в 1892 году Шлоймер Рапопорт с рекомендательным письмом приезжает из Екатеринослава в Петербург к Успенскому. Вот есть в его воспоминаниях необычайно трогательная история о том, как еврейского человека,
по фамилии Рапопорт, из черты оседлости не пускают в гостиницу, поскольку он не имеет права жительства. А право жительства – это была такая мерзкая штука в Российской империи, которая определяла, кто, какие категории из жителей черты оседлости имеют право не только приезжать в крупные города, но и, например, селиться в гостиницах. Кто-то мог селиться в гостинице, кто-то мог селиться на постоялом, на еврейском постоялом дворе. Так вот, правожительства у Шлоема Рапопорта не было. Он шляется по улицам. Вот Успенский, который уже с ним попрощался, возвращается, видит его совсем бездомного, неприютного, зовет к себе домой, поит чаем, уступает свою постель и расспрашивает о судьбах еврейства. Что немаловажно, Успенский знакомит Шлоема Рапопорта с редакцией журнала «Русское богатство», и вот здесь впервые появляется псевдоним Анский. Первая публикация Шлоема Рапопорта в «Русском богатстве» уже выходит под именем Семена Акимовича Анского. Однако петербургская полиция всегда отличалась особой бдительностью, как мы знаем. И в том же 1892 году Семен Акимович Анский, дальше мы будем звать его так, как его звали современники, уезжая, эмигрирует в Париж. Здесь он, опять же, некоторое время работает в переплетной мастерской, переплетное ремесло, которое он усвоил еще в Витебске, его очень выручало. И, опять же, благодаря ходатайству Глеба Успенского, вскоре становится секретарем политического философа, одного из идеологов народничества, Петра Лаврова. Это одна из его канонических фотографий, которая называется «Лавров. Гроза буржуазии». Так вот, Петр Лавров очень хотел сделать из Анского русского народника. Ничего не получилось. Дальше мы посмотрим, почему. В целом, в Западной Европе Анский живет около 10 лет, с 1892 по 1895 год. И вы знаете, вот если представить, можно очень легко представить себе, чем был прорыв в огромный европейский мир для молодого человека, который все-таки был воспитан в культурных границах черты оседлости. Он, для него это был взрыв, для него это был поток огромного европейского опыта, политического, культурного. Он знакомится с политическими теориями, с европейской литературой, знакомится с этнографией, что ему потом пригодится, дружит с Дрейфусарами, внимательно следит за делом Дрейфуса, откликается на дело Дрейфуса. И одновременно, под влиянием русско-еврейской эмиграции, которая в конце 19-го, начале 20 века начинает обустраивать свой мир в парижском квартале Маре, опять-таки, это отдельная очень интересная тема, он как будто постепенно возвращается к собственному еврейству. Он снова пишет рассказы на идише. Его рассказы «Первая ласточка» и «Разрушители ограды» будут опубликованы в 1905 году в журнале «Восход», и тут же он превращается, и тут же он знакомится с Бундом, начинает сближаться с Бундом. По словам одного из своих современников, одного из его современников, при всех стараниях Лаврова сделать Анского русским народником, он все-таки стал еврейским националистом. Не политическим националистом, но культурным. И начал мечтать о закреплении исторических основ еврейского сознания путем сознательного и настойчивого еврейского воспитания. В 1900 году Лавров умирает. Незадолго до смерти Лаврова Анский знакомится с человеком, который станет одним из его ближайших друзей до конца жизни, человеком, который будет его поддерживать. Это совершенно удивительная фигура в истории эсеровского движения — Виктор Михайлович Чернов. Вот как об этом вспоминал сам Чернов. Чернов в это время живет в эмиграции в Швейцарии. Из Парижа пришло письмо. Семен Акимович едет сюда лично с вами поговорить. Заверяет, ни одно дело ему не было до такой степени по сердцу, как ваше. Приезжий
был высокого роста, широкий в кости, с мускулистыми руками чернорабочего. Крупные черты лица, большой типичный еврейский нос горбинкой, глубоко посаженные глаза. Но щеки впалые, и от сильной сутуловатости впалой казалась и грудь. Когда он задумывался, лицо его приобретало почти трагический оттенок. Этому лицу чего-то недоставало. И вдруг меня озарило. Если бы ему придать окладистую седую бороду, какой бы вышел из него величественный раввин? Да какой же это Семен Акимович, еще с неестественной прибавкой «анский»? Оказалось, настоящее его имя проще и натуральней – Соломон Рапопорт. Он сразу обошелся со мной как стопроцентный оригинал и чудак. Или как задорный подросток, лет под 40. В воспоминаниях Чернова Анский предстает удивительной личностью. С одной стороны, эксцентрик, который готов при первой же встрече с полузнакомым человеком мериться физической силой, способный ночью в шутку измазать гостю лицо сливочным маслом. И одновременно это человек аскетического подвижничества. «Конечно, жили мы коммуной», – пересказывает Чернов рассказы Анского. «То есть все равномерно голодали. Постоянных средств у нас не было. Кормились мы в течение долгих месяцев хлебом и чаем. И этого иногда не было. Но к бедности своей относились из энтузиазма. Относились не просто философски, а с гордым энтузиазмом». И вот таким же Анский оставался и в годы известности, как мы только что слышали в воспоминаниях Мандельштама. Ему нужен был только ночлег и стакан крепкого чая. И вот я позволю себе еще один фрагмент из воспоминаний Чернова. «Богат был неожиданными озарениями его талант. Великолепны были брыжущие остроумием его беседы и неистощимый тонкий юмор повествований. Ресурсы, которыми он как будто бессознательно боролся с маревом бездонной тоски, навеваемой подступами душевной болезни, из-под его осиливающей. Трогательна была его почти ребяческая беспомощность в материальных делах. Деньги для него были безграничный сор, от которого отделываться в чью-то пользу ему было сущим облегчением. Прекрасны были его скорбные глаза, в самой натуре, в которых отражалась его богатая, но неуравновешенная, взволнованная натура, и в самой этой натуре была потребность к кому-нибудь душевно прилепиться. Про него можно было сказать, иначе говоря, ему некуда было девать залежи нерастраченной нежности, в той самой бескорыстной и чистой форме, какую мы называем истинной дружбой. Про него можно было сказать, что он буквально обрушивал лавину этих чувств на человека, сумевшего овладеть его симпатией. И вот Чернов был одним из тех, к кому прилепился Анский. В 1900 году. После смерти Лаврова, Лавров умер на руках у Анского, они с Черновым вместе создают аграрно-социалистическую лигу, которая станет прообразом будущей еврейской партии, простите, будущей эсеровской партии. Однако вопрос о еврейской идентичности у Анского по-прежнему остается. И появляется новый вопрос, как сочетать эту идентичность с убеждением общественника. В 1901 году в истории поисков ответа на этот вопрос происходит событие, на первый взгляд рядовое, но на самом деле довольно значительное. Анский читает на идише прозу Ицхака Лейбуша Переца. И для него это было открытием, поскольку он впервые осознает, насколько, что идишская литература может быть абсолютно современной. Она может быть современной как тематически, так и стилистически. Иначе говоря, он убеждается в очередной раз в том, что идиш – это не маргинальный язык местечка, но он содержит в себе потенцию быть языком большой культуры, такой культуры, о которой мало кто знает. В том же 1901 году Анский, увлекающийся пылки, попадает на проходивший в Берне съезд Бунда.
и царившая на съезде атмосфера народного братства его захватывает настолько, что он тут же пишет и тут же читает посвященное бунту стихотворение «Цумбунт», которое называет, то есть к бунту, а также пишет еще одно стихотворение, оно называет, на идише называется «Дешвуэ», то есть «Клятва», которое, можно записи? Стихотворение, которое потом войдет в историю еврейского фольклора сопротивления, оно станет гимном бунта. Это стихи Ранского, Дешуэ. Wie von Wies gerät, sie flattert von Zorn, von Blut ist sie reit. Aschwur, Pfleger und Dolch, Brüder und Schwester von Arbeit und Leut, alle seinen zu seit und zu sprennt, zusammen, zusammen, wie von Wies gerät, sie flattert von Zorn, vom Blut ist sie reit. Aschwur, bei Flöden und Эту песню подхватывают все, она становится еврейской марсельезой, она тут же распространяется по всей черте оседлости, по всем возможным и невозможным еврейским местам, и она была интересна не только тем, что она содержала себе, в себе прямой призыв к борьбе, но в ней была выражена, очень мощно выражена идея общности, которая была наиболее актуальна для ищущего своего места, разбросанного по огромной диаспоре народа. И вот любопытно, что именно эту идею общности проявит в много лет спустя, ну вот совсем недавно, буквально уже в десятые годы нашего века, эту идею общности вытащит из песни, и ее проявит Оскар Скоршуновос, когда именно эту песню он введет в спектакль, гениальный, на мой взгляд, спектакль по пьесе «Одноклассники» Тадеуша Слободяника, и ее будут, и она пройдет там как напоминание о том, что могло быть и никогда не случилось. Но возвращаемся к 1905 году, февральская революция, Октябрьский манифест, временное смягчение полицейских нравов, Анский возвращается в Россию. Он активно участвует в еврейской жизни, спорит о еврейской автономии, печатается во всех возможных и невозможных русско-еврейских изданиях, в еврейской старине, в молодом еврействе, в еврейском обозрении, становится одним из основателей журнала о еврейской культуре «Еврейский мир» и участвует во всех полемиках о судьбах еврейства, которые в это время происходят в пределах империи. В 1906 году, например, на страницах журнала «Восход» он спорит с Шимоном Дубновым о праве евреев на участие в революции. Дубнов ставит это право под вопрос. Анский доказывает, что не только могут, но и должны. В 1909 году спорит с уже известным нам Хаимом Житловским о содержании еврейской литературы, а в следующем году он знакомится и тут же вступает в спор с вильнюсским человеком, с Шмуэлем Нигером. Он потом встретится с ним в Вильнюсе и доказывает он Вильнюсу, что доказывает он Нигеру, что еврейская литература обязательно должна быть трехязычной. Она должна быть на иврите, на идише и на русском. Но до этого, вот тут начинаются следующие события, мы переходим к теме экспедиции. До этого в «Альманахе пережитое», это тоже из русско-еврейское издание, но можно бы сказать, оно более академичное, он публикует статью «Еврейское народное искусство». Интерес к народному искусству у Анского появился довольно рано в контексте очень большого интереса к народу как таковому. Довольно рано до него дошла та мысль, которую так или иначе лелеяли все народники, а именно мысль о том, что прежде чем помогать народу, хорошо бы узнать, кому ты помогаешь.
хорошо бы узнать, как народ живет, каковы его ценности, о чем он мыслит. И для Анского, который уже во Франции познакомился с практиками этнографической работы, таким способом узнавания собственного народа становится изучение еврейской этнографии. Его изучение еврейского народного искусства. Его статья, по сути, была манифестом культурного национализма. Всепоглощающее, далее немножко процитирую, всепоглощающее время, пишет он, уничтожает не только вещественные памятники старины. Оно постепенно стирает и тот живой исторический материал, который заключается в преданиях, обычаях, воспоминаниях, песнях старинного происхождения. Многое из того, что еще недавно было явлением повседневной еврейской жизни, оставило лишь едва уловимый след в народной памяти. Поэтому, пишет он, перед нами, как еврейской интеллигенцией, перед нами, как еврейской общностью, стоит сейчас неотложная задача. Организовать, снова цитирую, систематическое и повседневное собирание всех видов народного творчества, памятников еврейской старины, описание еврейского быта. Дело это, как совершенно внепартийное, это слово нам еще пригодится, когда мы будем говорить о Вильнюсе, так вот, дело это, как совершенно внепартийное, культурное и национальное, должно привлечь к себе и объединить лучшие силы нашего народа. Пора создать еврейскую этнографию. Этим предложением с толстым восклицательным знаком он открывает совершенно небывалое до тех пор в пределах Российской империи занятие, открывает область деятельности, а именно изучение живого еврейского фольклорного слова. О том же чуть раньше он пишет и своему другу Хаиму Житловскому. Вообще переписка Анского и Житловского – это совершенно отдельный, невероятно увлекательный предмет, потому что Анский с ним явно не стесняется в выражениях. И например, вот в одном из писем, которые сейчас хранится на сайте ИВО, Анский примерно тогда же, когда он призывает создать еврейскую этнографию, пишет, что он познакомился с еврейской барышней, вроде бы в нее влюбился, но барышня в него не влюбилась, поэтому он переменит барышню и думает, что все к лучшему. Но тут он пишет, и примерно тогда же он пишет Житловскому следующее. Чем больше думаю, тем больше прихожу к убеждению, что еврейство лежит глубоко в нашей психологии, в нашей культуре. Удастся ли нам приспособить нашу культуру к жизни, будем жить. Не удастся, будем мучиться и выдыхаться, пока не умрем. У меня теперь план. Если удастся, буду счастлив бесконечно. Хочу, чтобы еврейское этнографическое общество, а оно существовало в Петербурге достаточно активно, так вот хлопочу, чтобы еврейское этнографическое общество командировало меня собирать еврейские народные песни, пословицы, сказки, заговоры, короче, народное творчество. Если удастся, охотно посвящу этому остаток жизни. Это огромная культурная задача. Нужно для этого от 8 до 10 тысяч рублей. Удастся достать — самый счастливый человек буду. Вот впервые и вот тут начинается история экспедиции. К этому времени, вот эта фотография Анского, у него не так много фотографий на самом деле, вот эти скромные народнические эсеровские люди не любили фотографироваться. Но вот эта фотография Анского примерно того времени, когда возникает идея экспедиции. Впервые с этой идеей отправиться для сбора песенного фольклора, а также исторического и этнографического материала в черту оседлости, Анский выступает на заседании Еврейского историко-этнографического общества 11 ноября 1909 года. Идею подхватывают, идея кажется интересной, и тогда же он определяет тот регион, ту область, которая ему кажется наименее изученной и наиболее показательной. Это украинские земли.
черта оседлости, проходящая по украинским землям. Он говорит об экспедициях в украинское Подолье, на Волынь, а также в пределы Киевской губернии. И вот с этого времени начинается самое главное, что готовит экспедицию – поиск денег. Для чего экспедиция нужна? Образованная публика теоретически понимает, но это дело кажется ей достаточно странным, потому что, казалось бы, живет себе этот некий полумифологический еврейский народ черты оседлости, поет себе свои странные песни и находится постоянно на тех самых маргиналиях культурного мира, который мы, петербургское и московское ассимилированное еврейство, ему определили. На что Анский говорит, что собственно, эта экспедиция, мы потом немножко еще поговорим о ее смыслах, эта экспедиция нужна прежде всего для того, чтобы народ постепенно, худо-бедно начал узнавать самое себя, потому что прежде чем стать купцами первой гильдии и просвещенными московскими и петербургскими евреями, эти люди были выходцами из Шепетовки и Косриловки. И вот с этого времени, начиная с 1909 года, в частных письмах к близкому другу Шмуэлю Нигеру, он постоянно сетует на прижимистость богатых петербургских евреев, не желающих помогать его делу. Однако, вопреки этим жалобам, экспедиции еврейского историко-этнографического общества, как ни странно, пробуждают финансовые элиты. И появляются два самых крупных мецената. С одной стороны, это Самуил Шриро, который дает довольно много денег на организацию экспедиции, и семья вот этого человека. Горация Гинзбурга. Семья Горация Гинзбурга, которого называли еврейским бароном, точнее сказать, его сын. Совершенно ассимилированный петербургский состоятельный человек, какую роль сыграл Гораций Гинзбург в событиях, происходивших в Вильнюсе и в Каунасе, когда шли споры о языке и об автономии, об этом опять-таки можно говорить отдельно, но семья Горация Гинзбурга откликается на просьбы помочь экспедиции, и Анский в благодарность называет экспедиции именем Гинзбурга. Они войдут в историю как экспедиции Горация Гинзбурга. 10 тысяч рублей – это огромная по тем временам сумма для экспедиции собрана. И вот первая экспедиция проходит летом и осенью 1912 года в Киевской губернии. Вторая проходит на следующий год, 13-й год, там же в Киевской губернии и на Волыни. Обеими экспедициями руководит Анский. Вот это слабая фотография, но на этой фотографии видны размытые лица нескольких людей. Вы знаете, это плохая архивная фотография, вытянуть не могла, простите, пожалуйста. Так вот, видны здесь лица тех людей, которые в первой экспедиции участвовали. Нам важны прежде всего два человека. Это сам Анский, вот он стоит в середине, и рядом с ним его родственник, совсем юный фотограф Соломон Юдовин. Первоначально предполагаю, кроме того, третья фигура, которая стоит с другой стороны, это музыковед Юлий Энгель. Потом к ним присоединяется фольклорист еврейский Зиновий Кисельгов, потом присоединяется несколько студентов, но вот первая экспедиция была очень маленькой компанией, а именно Анский, Юдовин, Энгель. Они собираются записывать фольклор, а также Юдовин снимает. Он снимает все, что видит. И вот благодаря тому, что сохранились его фотографии, мы очень хорошо представляем себе атмосферу, в которой эти экспедиции происходили. Лет 10 назад эти фотографии
были опубликованы в совершенно блистательном каталоге Петербургским центром иудаики. Вообще их главное хранилище, кое-что есть в Киеве, но главное хранилище – это Петербургский центр иудаики. И вот сейчас я с любезного разрешения Петербургского центра хотела бы показать маленький видеоряд, который они подготовили. Можно вторую запись? Вот, собственно, тут очень хорошо видно, что именно они снимали. Извините, а можно погасить эту лампу? Как? Я бы с радостью. Наверное. Вот так хорошо, да? Ну вот, это фотографии Соломона Юдовина. Киевская область, большая часть здесь Киевская область и немного Волыни. Спасибо. Анский очень боялся этих экспедиций. Вернее, чего он боялся? Об этом он писал Жидловскому накануне отъезда. Он боялся того, что он... Вот на этой фотографии, кстати, лучше видны это портреты Анского и Юдовина. Так вот, Анский, как я говорила, очень боялся этих экспедиций. Он очень боялся того, что ему не будут отвечать. Он боялся того, что он не найдет язык, чтобы разговаривать со своими информантами. Он боялся того, что огромный фонограф, это вот такой большущий, тяжелый предмет с восковыми валиками, для перевозки которого они нанимали подводу. Так вот, огромный фонограф будет отпугивать тех людей, с которыми они хотят разговаривать. Но вышло обратное, действительно, где-то отпугивал. Но скорее для тех людей, к которым они приезжали, эти экспедиции были совершенно неожиданной возможностью высказывания. И, конечно, во время экспедиции происходили самые разные, иногда смешные истории. Например, любимая моя история о том, как Анский в одном из местечек Киевской области приходит на базар записывать проклятие. Видит рыбную торговку, подходит к ней и, как полагается доброму фольклористу, спрашивает. Дело в том, что Анский к этой экспедиции подготовил опросник, совершенно гениальный опросник, которым этнографы пользуются и по сей день. Опросник по обряду, по высказываниям, очень подробный. Ну и вот подходит он к базарной, к рыбной торговке с опросником и начинает расспрашивать ее о проклятиях. В общем, мне доводилось самой ездить в этнографические экспедиции, ними руководить. И по опыту ты очень хорошо знаешь, что вопрос: «Бабушка, расскажите, а какие вы знаете проклятия?» вымыкает
информанта совсем и навсегда. Но, тем не менее, это дается только опытом. И вот Анский обращается к рыбной торговке, просит ее рассказать, какие она знает проклятия. А проклятие в идишском фольклоре – это ведь не только форма попрания, это еще и заклинательное слово. Именно поэтому проклятия, например, проклятиями сопровождаются обряды, связанные с детством. Ну вот он просит рассказать разные проклятия, на что торговка отвечает: а я не буду тебе говорить, потому что это нехорошо, неприлично. Ах так, говорит Анский, ну тогда я у тебя рыбы не куплю. И тут торговка разражается таким потоком дивных проклятий, что коллекция этих образов речи явно становится намного богаче. Ну вот собирают они фольклор, записывают, кроме песенного фольклора, который они записывают на восковые валики, записывают фольклор устный, поверья, обряды, обычаи, но и фольклор религиозный. Киевская губерния, Подолье и тем более Волынь – это прежде всего хасидские регионы. И поэтому здесь они записывают богатейший хасидский, они записывают клезмер, записывают богатейший хасидский фольклор. К счастью, фрагменты этого фольклора оцифрованы. Вот фрагменты валиков оцифрованы, и у нас сейчас есть возможность это послушать. Можно третью запись? Запись слабая, сразу скажу, это восковые валики, но что-то слышно. Это 12-й год. 12-й, 13-й, 12-й год, вот это 12-й год, 5-й том. Начинает входить нигун. Вот только что мы слышали один из нигунов. И кроме того, они записывают огромный корпус поверий. В том числе очень распространенное в хасидской среде поверье о дебуке. Или дибуке, как его называет Валерий Дымшиц. Ну вот мы привыкли называть его дибук. Вообще поверье сугубо хасидское. Возникает, есть некоторые суждения о том, что оно возникает возникает в так называемой цфатской группе среди мистиков Цфата в XVI веке, но в хасидской среде Галиции, Подолье, Волыни, в целом Украины оно очень распространено. Кто такой дибук? Это такое существо. Это умерший, душа которого вселяется в тело живого человека и начинает в этом теле производить всяческое безобразие. Иногда безобразие довольно опасное. Чтобы изгнать дибука, нужен цадик. Причем не всякий цадик тут годится. И вот Анского это поверье привлекает невероятно. Он записывает множество легенд о дебуках, о покойниках, умерших странной смертью, записывает поверья, так или иначе связанные, находящиеся на стыке двух обрядов перехода, то есть на стыке свадебного обряда и похоронного, например, именно оттуда, если я не ошибаюсь, из Подолья, да, он привозит еврейские обычаи приглашать на свадьбу покойных родителей, но не посторонних. И, вернувшись в
в 14-м году, когда он, вернувшись в Петербург, 14-й год, когда он уже в экспедиции не ездит, он начинает собирать эти поверья, их перерабатывать, и так появляется его, пожалуй, наиболее знаменитое произведение, то, что станет одним из символов еврейского театра, его пьеса «Дибук». Но что еще было интересно в этих экспедициях? Они были не только, материал не только вербальный, не только песни, поверья, устные, обрядовый фольклор, но и этим занимался Соломон Юдовин, но и лица. Одна из задач Амского, одна из задач его опросника, его программы, точнее, кстати, заметим, что программа, с которой Амский отправляется в Украину, называлась «Dead Mensch», то есть «Человек». Так вот, одна из задач состояла в том, чтобы показать еврейского человека во всем его многообразии. Ну вот он, еврейский человек. Эта фотография была сделана во время записи. И, кроме того, Юдовин снимает разнообразнейшие еврейские типы. Женские, разновозрастные. Это Волынь. Нет, подождите, это Киевская область. Да, это Киевская область. Снимает анфас, снимает профиль. Просто чтобы показать особенности и многообразие еврейских лиц. Вот здесь они очень разные. Это уже Волынь. Снимает архитектуру, например, синагога в Шепетовке, она была разрушена. И, собственно, благодаря этому, благодаря снимку Юдовина она осталась. Снимает занятия, это портняжный цех, там же на Волыни. Снимает кладбище и все, что с ними связано. Вот это очень плохой слайд, но он интересен тем, что принадлежит он кисти художника Леонида Пастернака, отца Бориса Пастернака, который был как среди тех людей, каким Анский, вернувшись в Петербург, рассказывал о своей экспедиции и, по сути, о том, что он открыл еврейскую Украину. Так вот, его рассказы произвели на современников тот, в общем-то, эффект, подобный тому, на какой 20-е годы 19 века произвела проза Гоголя. Но если Гоголь открыл полтавскую Украину, то Анский открыл украинское еврейство. Причем, послушайте, его рассказы, собирались очень-очень разные люди. Почему это было важно? С одной стороны, это было важно как демифолы, как опыт разрушения мифологии, как опыт демифологизации. А с другой, это было у мифологии вокруг некоего загадочного, таинственного еврея, который был для русского, для имперского сознания скорее персонажем крайне негативным, персонажем фольклорных страшилок. А с другой стороны, тот материал, который привез Анский и рассказывал о котором просвещенному обществу в Петербурге, реже в Москве, этот материал явно был противоядием антисемитизму. Евреи перестали быть пугающими кем-то. Они обрели человеческие лица, как писал Эммануэль Левинас, невозможно убить того, о котором ты знаешь, лицо которого ты знаешь. Нельзя сказать, что экспедиции Анского принимались везде и всеми однозначно, но любопытную вещь они произвели с русской литературой, например. В ней появляется фигура еврея не как ходульного стереотипного персонажа, а появляется некое живое еврейское лицо. С началом 1914 год очередная экспедиция предполагается, и вот, но тут начинается Первая мировая война, и Анский начинает сотрудничать с комитетом помощи еврейским беженцам, а также с комитетом помощи жертвам войны. Занимается он тем, что распределяет помощь в Малой Польше, это то, что со стороны Польши граничит с Галицией, в самой Галиции и Буковине. Одновременно он ведет дневник на идише.
И в этом дневнике он подробнейше описывает беды и разрушение Галиции. Этот текст на идише был издан в 1920 году, он есть по-английски. Затем случается 17-й год, февральская революция, Анского от витебских эсеров избирают в учредительное собрание, собраться собранию большевики не дают, и вот Анский, понимая, что ничего хорошего от новой власти ждать ему не стоит, бежит из Петербурга в Вильнюс, который становится... Ну вот в Средневековье было такое понятие города-убежища или города-прибежища, где собирались разные изгнанники. Так вот, Вильнюс становится городом-прибежищем для очень многих еврейских и не только еврейских интеллектуалов из захваченной большевиками России. И вот тут начинается третья, последняя часть биографии, это часть вильнюсская. Надо бы сказать, что в Вильнюсе Анский бывал и прежде. В 1908 году он ненадолго приезжает сюда с молодой женой Эстер Глезерман. Он останавливается здесь, в гостинице «Бристоль», и пишет, и по его воспоминаниям, цитирую, «это было самое плодотворное и счастливое время в моей жизни». Снова он приезжает через 10 лет, осень 1918 года. Он уже достаточно серьезно болен, но, тем не менее, активнейшим образом втягивается в разнообразную еврейскую жизнь. Сразу после приезда, у поздней осенью 1918 года, он разрабатывает устав здесь, в Вильнюсе, он разрабатывает устав Союза еврейских писателей. Этот союз был создан уже после его смерти в 1921 году. Одновременно приезд Анского начинает будоражить то, что раньше называлось Вильнюсским обществом еврейской старины, и возникает идея на основе этого общества создать историко-этнографическое общество. Оно создается в 1919 году, Анский становится его почетным председателем, а действующим председателем становится доктор Абрам Вершубский. Объявляет о своей работе 20 февраля 1919 года, Анский принимает участие в каждом его заседании, более того, и он определяет политику общества. Так, например, по идее Анского, руководство общества должно быть беспартийным. Помните, что мы читаем, только что говорили о концепции экспедиции как общем беспартийном деле. Так вот, руководство общества должно быть беспартийным, а среди членов этого общества должны быть представители разных взглядов. Тогда же, в начале 19 года, Анский обращается, это было документальное бумажное обращение к людям, живущим в Литве, в Большой Литве и в Вильнюсе, с просьбой собирать архивы, исторические документы, художественные произведения для создания и фольклор. Аналогичную просьбу собирать предметы быта публикует Мойша Шалит для создания еврейского музея. На основании этих материалов уже после смерти Анского в 1920 году создается музей еврейского историко-этнографического общества, и, как писал в «Виленском курьере» доктор Вершубский, несмотря на повальный голод, несмотря на эпидемии, ужасающую смертность, распри народов и племен, в музее невозмутимо собираются рукописи, картины, народные песни и легенды. Но мы возвращаемся к началу общества. 19-й год. 17 января 1919 года. На улице Доминикону, дом 7. В квартире доктора Абрама Вершубского Анский впервые читает пьесу «Дебук». Впервые в Вильнюсе. Тут необходима одна оговорка. Вот он начал работать над этой пьесой еще в 2014 году. Появляется первый вариант. Вариант, значит, появляется сначала на русском языке, затем он сам переводит его на идиш, но
при переезде в 1918 году первый вариант теряется. Сразу скажу, что он был найден только в начале 2000-х годов. Он был найден практически чудом. Сейчас он существует, но тогда первый вариант теряется. И вот здесь, в этом доме, в котором мы с вами находимся, Анский по памяти создает второй вариант своей пьесы о несчастной влюбленной барышне, которую пытаются силком выдать за неугодного ей богатого человека, тогда как душа ее тоскует по бедному ешеботнику по имени Хона, умершему очень странной смертью. И вот перед тем, как уже должна произойти хупа, перед тем, как она станет, главная героиня станет женой богатого человека, в нее вселяется душа Хонана, и оба погибают, оба уходят в нее, и оба умирают. Сразу скажу, что для сюжета это была очень странная пьеса, она и по сути есть, и по сути очень странная, потому что Анский, потрясенный в 12-13 году, потрясенный всем, что он узнал во время экспедиции, попытался впихнуть в пьесу, простите, все, что его привлекло. Совершенно все возможные обряды, приметы, обычаи. В пьесе появлялись никак не связанные с ней вставные новеллы, например, о цадике и польском пане колдуне. Появлялись очень странные действия, уводившие в сторону от основной фабулы. И именно поэтому пьеса показалась уже при первом прочтении, она показалась очень несценичной. Такое ощущение, будто действо все время размазывалось, действо все время растягивалось упоминанием о разных бессмысленных предметах, казалось бы, никак не связанных с фабулой, заговорами. Она была воспринята поначалу очень прохладно. Тот же Абрам Вершовский, очень любивший Анского, тем не менее в рецензии, опубликованной в «Виленском слове», писал, что это дивное произведение на театральной сцене вряд ли будет иметь успех. 25 января 1919 года на Арклю 5 в малом городском зале открывается Вильнюсское отделение Культурлиги. Культурлига – это созданная в Киеве в 1918 году ассоциация еврейских художников, литераторов, режиссеров, издателей, которые ставили своей задачей создать новую культуру на идише. А кроме особенности Вильнюсской культурлиги состояла в том, что она поддерживала учителей, кроме прочего, она поддерживала учителей. И вообще видела свою цель в очень широком городском просвещении. Тут же возникает идея создать университет культурлиги. Но все это существует не более 3,5 месяцев, потому что снова появляются большевики, и в очередное их нашествие культурлига была ликвидирована. Анский не сдается. 17 мая того же 19 года на собрании Вильнюсского союза еврейских учителей и бывших членов культурлиги. Это собрание было создано по инициативе Шмуля Нигера, того самого, с которым Анский полемизировал в 10 году. Создается Центральный комитет просвещения в Вильнюсе. И в него, наряду с Цемахом Шабадом, Максом Вайнрайхом, Залманом Рейзеном, и другими публичными фигурами еврейской улицы Вильнюсской входит и Анский. 9 июня 1919 года я просто попыталась простроить. На самом деле пребывание Анского в Вильнюсе очень хорошо, очень нетрудно проследить хронологически. И поскольку все события, так или иначе связанные с ним, отражались в вильнюсской периодике. Вот я сейчас просто попыталась простроить некоторую последовательность основных фактов. 9 июня 19 года Анский читает дебук в зале Вильнюсской еврейской общины перед широкой публикой. В середине чтения ему становится плохо. Пьесу дочитывает актер Абрам Маревский.
тем не менее Анский успевает распорядиться, чтобы весь доход от этого собрания был передан еврейскому, историко-этнографическому обществу. Вскоре события здесь в Вильнюсе становятся все тревожнее. Анский уезжает на лечение в Отводск, оттуда перебирается в Варшаву и даже там продолжает заниматься еврейской этнографией. А 8 ноября приходит известие о его смерти. Ровно через месяц, 8 декабря 1920 года, в Вильнюсском городском зале, то есть в нынешней филармонии, проходит вечер его памяти. И на следующий день газета «Виленское слово» его очень подробно описывает, рассказывает о том, что к установленному в зале бюсту были возложены цветы от разных организаций. Еще когда Анский был в Вильнюсе, он сдружил, потому что они задумывали постановку Дебука. Они очень хотели сыграть Дебук здесь, на одной из городских стен, на одной из городских сцен, простите. Не успели. Ровно через год после смерти Анского Вильнер-труппе ставит Дебук в Варшаве. И вот с этого момента начинается сценическая история пьесы. 6 июня 1921 года Виленская драматическая еврейская труппа, частично уже сложившая, немного поменявшая состав Варшавы, часть ее состава привозит из Варшавы антрепренер и литератор Мойша Карпинович, впервые показывает Дебук Вильна на сцене кинотеатра «Гелиос». 22-й год, в Москве, на сцене библейской студии Габима, пьесу «Гади Бук» за несколько месяцев до своей кончины ставит Евгений Вахтангов. И, собственно, с этой пьесой вся библейская студия перекочевывает в Палестину, и там она становится визитной карточкой театра Габима. После этого Дебук ставит совершенно везде. Его в Польше снимают несколько фильмов по Дебуку. Вот я... Вот это фрагменты из спектакля 22-го года в постановке Вахтангова. Собственно, а это сцена из польского черно-белого фильма, снятого в совершенно невозможное, казалось бы, советское время, когда польский кинематограф ничего свободного сказать не может, но тем не менее пьеса Дебука, текст Дебука как исторический документ существует. И вот если мы говорим о последней постановке, о последней наиболее интересной постановке, я бы хотела упомянуть здесь спектакль Шауляйского театра. Спектакль, в котором Алексиус Тарно предлагает современное прочтение Дебука. Вот это попытка сказать, как бы, это спектакль о памяти. Попытка прочитать, как бы этот спектакль был воспринят эпохой после всех бутырок и треблинок. А закончить очень краткий, по неизбежности очень многое пропустивший рассказ о Семёне Анском, я хочу цитаты из воспоминаний Виктора Чернова. Чернов очень много писал о том, что Анский отличался не просто многообразным знанием, не просто невероятной отзывчивостью, невероятной восприимчивостью ко всему, что происходило в мире. Но про него можно было сказать, что он буквально обрушивал лавину своей дружбы на человека, который был отмечен его симпатией. И чаще всего таким человеком был тот, кто оказал ему хотя бы минимальное благодеяние. Его души никогда мимоходом не коснулась самое неприятное из всех человеческих чувств – неблагодарность. Вот на этом мы и закончим. Спасибо. Пожалуйста, вопросы.
комментарии. Mm-hmm. Вот. Был фильм польский, да. На идиш. Угу. Ну вот эта сцена из него. Ну, по-моему, более ранний, не советский. Был довоенный фильм. Был довоенный фильм. 37-го года. Какого? 37-го? Нет, еще раньше, мне кажется. 32-го года? Да, мне кажется, раньше. Я его с бабушкой смотрела. На идиш из... Когда-то, кстати, польский канал... давал фильм. Да, я очень делала передачу про Анского, да. И я как раз таки вот пользовалась, да, пользовалась этим фильмом, да. Ну, вот я про этот фильм я знаю, но вот был, для меня было некоторым открытием, что, в общем-то, послевоенная Польша, причем в Польше, у которой очень сложно выстраивала отношения с тем, что осталось от ее еврейства, тоже кинематограф обращается к этому сюжету. И был в 90 каком-то году израильский фильм. Да, да. Там такой телевизионный спектакль даже, я бы сказала. Нет, нет, нет. Израильский был на фестивале израильских фильмов, одном из первых видов все показывали, в прежней Литве, с эффектами этими, спецэффектами, очень так впечатляюще. Но... 37-й, да, ты был? Угу. По-моему, и опера была. Да, и опера была. Да, все правильно, по-моему, так. Да, 37-й, значит. И вот это вообще очень вообще поразительная вещь, пьеса, которая, казалось бы, по структуре своей обречена на несценичность, растянутая в разные стороны, вдруг оказалась символом, визитной карточкой современного еврейского театра. То есть оказалось, что вот это богатейшее предание, все разговоры с повитухами, все споры, все внутриместечковые споры дают невероятную потенцию для современной драматургии. С Карпиновичем, может, они были как-то дружны, вот с отцом этого писателя, у которого был театр? Нет, они не были лично, а насколько я знаю, но я могу ошибаться, это нужно проверить. Лично они знакомы не были. Моша Карпинович просто был предпринимателем, который собрал труппу, частично состоящую из Виллер-труппе и частично из варшавских, из актеров разных варшавских еврейских театров. В каком году? Они приехали сюда в 22-м году, в Вильнюс. И в 22-м им показали? Да, и в 22-м показали. Летом 22-го года была большая реклама во всех вильнюсских газетах, и было несколько рецензий. Ну, в Каунасе они не ездили? Нет, насколько я знаю, нет. Вот я хотел спросить, известно ли что-нибудь о его посещении Каунаса или какой-то деятельности в Каунасе? Вы знаете, я ничего не находила, но это не означает, что неизвестно. По крайней мере, я думаю, что стоит посмотреть, и вот спасибо, что вы об этом сказали, я думаю, что стоит посмотреть каунасские газеты, потому что Каунас 20-х, конца 10-х, начало 20-х годов и далее был невероятно потрясающим. Для меня было открытием, когда я смотрела журнал «Верес», просто подпрыгивала от счастья от того, из-за того, насколько они были открыты самой разной современной культуре и культурной проблематике. Я не исключаю, что каким-то образом с каунасской средой Анский был связан. Но тут еще вот какую вещь, наверное, стоит учитывать. Он ведь приехал в Вильнюс в 18-м году уже больной. И причем, при том, что он очень энергично пытался отдавать все, что мог еврейской жизни, кстати, любопытная, еще одна любопытная подробность. Он, уже зная, что уже в Варшаве, зная, что осталось ему немного, в завещании просит передать часть наследства Вильнюсу. В частности, Вильнюсскому еврейско-этнографическому обществу. Вот он, как бы, судя по тому, вот по событиям, по рассказам, он был невероятно привязан к Вильнюсу. Ну, как сказать, хронологически он
не так долго здесь, недолго. Ну вот он приехал, да, он приехал осенью 18 года, наиболее активный период его жизни приходится на 19 год, а лето 20 года он уже болен, и все равно он устраивает. Да, и осенью уезжает, вернее, ранней осенью даже уезжает, но до этого он... Варшаве создает общество. Да, да, он уезжает в Отводск, в Отводске немного приходит в себя, пытается создавать еврейское этнографическое общество в Варшаве, но уезжая, ведь по сути... Уже совсем без сил он, тем не менее, пытается устраивать большое публичное чтение Дебука. Вы знаете, вот мы, почему эта доска висит? Потому что Бристоль, так это вильнюсский маленький театр. Да. И мы специально не делаем исследований археологических, исторических. Думаем, допускаем мысли, что вот эти все здания были объединены и принадлежали Бристолю, и он переписывал Дебук. Ну вот, собственно, здесь, да, здесь он его не просто переписывал, он его восстанавливал заново и, по сути, восстанавливая, проходил все тем же путем своей экспедиции. А Дарик причастен к восстановлению этого идишского? Там был еще Бялик ивритского. Обратный перевод с иврита на идиш. Бялик причастен к ивритскому тексту, и он же сделал обратный перевод с иврита на идиш. У меня вопрос рефлексии. Для меня вообще новая тема масками и Дебуке. И вот когда вы сказали, что он в эту пьесу попытался впихнуть весь материал, который он собрал, у меня возникла мысль, что человек, который чувствует свою такую близкую кончину, ему хочется быстро вступить из материала, который у него есть что-то. И может ли быть так, что вот эта перенасыщенность, она возникла именно из-за того, что вот это произведение... Вы знаете, я думаю, что как бы теоретически так тоже может быть, но ведь в первую он, собственно, максимально плотный, с кучей побочных линий, вставок. Он сделал и первую редакцию Дебука. Она была совершенно такой же. Он ее писал под очень живым впечатлением от всего услышанного и такое ощущение, будто он пытался сказать миру: посмотрите, как это красиво, посмотрите, как это здорово. Если вспомнить, что Анский был натурой невероятно увлекающейся, был натурой невероятно привязчивой ко всему, что он делал, то это как раз объяснимо. Ему не терпелось показать то сокровище, о котором он сам не догадывался. Но более того, он не раз в связи с материалами экспедиции писал, что и эта пьеса, и эти материалы, они не о них, не о каких-то украинских евреях, которые там вот живут своим мракобесным образом. Они о нас самих. Это то наследство, которое в нас говорит. Это известно, что когда человек увлекающийся, так он хочет дать больше, чем другие могут даже это воспринять. Да, и вот интересно, что одна из задач программы Der Mensch состояла в том, чтобы максимально широко представить как еврейскому миру, так и внееврейскому миру еврейские лица. В конце концов, разрушить тот стереотип, за который очень дурно держался Достоевский, вот он пытался создать некоторое такое писастое еврейское существо в своей прозе. Анский бросает, по сути, экспедиция Анского, по сути, бросает вызов. Она показывает многообразие еврейских лиц, живущих здесь, сейчас, рядом, в украинских землях. И, как он писал, я бы хотела, вот я нашла эту цитату, «оторванным от народа интеллигентам, вроде меня самого, помочь
установить связь с собственным народом и, возможно, даже содействовать национальному возрождению. Так, два вопроса к этому. Один такой короткий. Почему фамилия такая, никто не может объяснить? Это Успенский, это Глеб Успенский придумал. Дело в том, что когда Рапопорт, уже Семен Акимович Рапопорт, мы помним, что в шахте он стал Семеном Акимовичем, вот Семен Акимович Рапопорт начинает печататься в «Русском богатстве», Глеб Успенский ему говорит, вообще-то надо бы псевдоним придумать. И Чернову Анский рассказывал, что стали они выбирать псевдоним, ведь свой первый рассказ в «Восходе» он тоже публикует не под своей фамилией, он публикует под псевдонимом «Псевдоним». Так вот, они начинают выбирать псевдоним, начинают думать, подбирают всякие смешные фамилии, и тогда у Глеба Успенского возникает мысль, чтобы поставить черточку, черточка и «Ский». Под такими псевдонимами время от времени в периодике XIX века люди публиковались. Нет. Анский с этим не соглашается, как он вспоминал Чернову. И тогда Глеб Успенский ему говорит, ну, следовательно, вам надо что-то придумать. И придумать что-то простое. И вот первая буква сочетания – «Анский» и становится псевдонимом. Никакой задней мысли в этом нет. Что касается вот этого культурного национализма, чтится ли он как-то по-особенному и приписывается ли к еврейско-украинской идентичности как особенная личность? Он уже сам по себе стал мировой такой фигурой. Да. Как украинцы и украинские евреи? Ну вот Ирина Сергеева, мне посчастливилось ее знать, это совершенно поразительный исследователь. Она была сотрудником Института иудаики. Собственно, вот все то, что был сотрудник Национальной библиотеки Вернадского, вот все то, что еврейская коллекция Анского представляет собой в Национальной библиотеке Вернадского, это ее заслуга. Все то, что публиковалось из текстов Анского об Анском в Егупце, это журнал Института иудаики, который выходил в Киеве, это опять-таки ее заслуга. Выходит. Я не помню, какой последний номер. Ну вот последний номер. Вот все это была попытка ввести Анского с одной стороны в культурное поле украинского еврейства, а с другой в большое культурное поле Украины. Интересная вещь, есть такое движение «Минуле майбутнє» в Украине, это движение историческое, движение, которое работает с исторической памятью. Это проект, большой культурный проект. И вот одно из направлений этого культурного проекта, как раз-то связанное с памятью об украинском еврействе, состоит в том, чтобы представить украинское еврейство как часть большой украинской культуры. Тот сегмент, без которого украинская культура, в принципе, не будет полной, если перефразировать Андрея Платонова. Так вот, собственно, Анский здесь – это как раз та фигура, которая наиболее полно, наиболее выразительно это представляет. Да, он воспринимается, опять же, понимаете, мы не можем говорить об украинском еврействе как таковом, вот как таком некоем конгломерате. В среде просвещенной, в среде интеллектуальной, в среде украинской еврейской интеллигенции, прекрасной просто, вот, мне, когда я работала в Киеве, посчастливилась с ней познакомиться, это очень красиво. Так вот, в среде украинской еврейской интеллигенции, естественно, Анский воспринимается как фигура, ну, едва ли не абсолютная. Его ставит театр, ставит украинский. И вот интересно, что Дебук ставит и украинский театр. Ну, а насколько он воспринимается как часть украинской культуры? Думаю, что скорее да. Как сейчас будет, я не знаю. Но вот я говорю только о том периоде, о котором у меня есть право судить. Вот. Не потому ли он выбрал именно Украину, Волынь и все такое, потому что это хасидское, так сказать, да. Ареал.
Да. И он богат фольклором, он богат да, именно этими поэтами. Конечно, безусловно. Это, во-первых, это... Не сухие литваки, что они? Они не сухие, а рациональные, простите, рассудочные. В рационале это тоже очень хорошо. И еще и потому, что я думаю, что здесь была и было отчасти представление о том, что это пространство очень густо населенное, густо наполненное еврейской традицией, традицией неизвестной, традиции необычайно богатой, которую... Да, и богатой погромами тоже. И, да, да, и, вы зна... да и разумеется, а с другой стороны, вот я об этом не сказала, не сказала, хотя это подразумевалось, отчасти выбраться именно на территории украинские, то есть те территории, по которым в начале 20 века прошагали погромы, еще подсказывала и достаточно простая мысль о том, что эти, культуру этих мест надо спасать. О том, вот. И, в принципе, Анский говорил о том, что в еврейском народном творчестве, в своей программной статье, он говорил о том, что необходимость спешного оформление экспедиции как раз-то и обусловлено тем, что культура, традиционная культура еврейства либо меняется, либо исчезает, имея в виду погромы. Хорошо, это не очень вяжется с украинской культурой. Трудно, но дело в том, я... Или вы знаете, как раз наоборот. Это как раз наоборот. Вы знаете, я думаю, что это как раз наоборот, именно потому, что ведь местечки... в которых он записывал, существовали не в вакууме. Они существовали в постоянных, тесных, непростых, иногда противоречивых связях со своими украинскими соседями. И вот это, кстати, совершенно поразительно видно в клезмерском фольклоре, в судьбах того клезмерского фольклора, который складывается в украинских и польских землях. А, например, вот я только один пример приведу. Вот если взять некоторые клезмерские попевки, основные мелодические ходы, они очень близки к базовым мелодиям соседей, к украинским и польским, и наоборот. Если мы посмотрим украинский фольклор Волыни, если мы посмотрим украинский фольклор Подолья, об этом есть совершенно замечательные работы. Вот, это Михаил Лукин, это Людмила Шолохова, она, по-моему, в Вашингтоне. Да. Они... Которая в Ива работает? В Ива, Ива. Она да, в она в Ива, да, она в Нью-Йорке, верно, верно. Вениамин Лукин, да. И Михаил Лукин. И это музыфольклорист-музыковед. Вениамин Лукин – это человек, который, собственно, занимался Анским. И его замечательная работа «От народничества к народу». Вот. А Михаил Лукин – это музыковед, очень интересный музыковед. Вот, может быть, в связи с… Если нам действительно удастся посмотреть вышедший в конце прошлого года, по-моему, замечательный фильм об украинском музыкальном этнографе, по сути, продолжателе того, что начинал Анский, Моисея Береговском, то вот тогда можно будет как раз поговорить и о Лукине, и о его учителе. Вот. Так вот, они показали, что в традиционных фольклорных украинских музыкальных формах явно присутствует влияние клезмерской мелодики. То есть вот таких пересечений в действительности было очень много, где они были, например, и в языке фольклора. Вот, когда в одесский фольклор входили украинские, а, например, в белорусских землях белорусские слова. Вот. А живопись там, как бы, вот это в Беларуси, в Витебске, откуда Шагал и другие, таких примеров живописцев нету? Есть несколько, есть один художник.
А кто? Вот я задумалась, а кто? Жаль, что он не поехал в наши Жемайтии, потому что есть такая книжка, она такая сейчас библиографическая, редкость, называется «Жемай Чушнякос». Ага. Как это? Наречие, диалект. Речи Жемай. Наречие. Вот, и там есть главка, описывает Жемайтии, евреев Жемайтии. Там очень интересное рассуждение. А что она описывает? Язык, обычаи? Отношение литовцев к евреям, жемайтийцев, мест в районе Тершая, Плунгия, отношение к интересно. Как они видят и как они называют евреев. Ух ты, как интересно. Есть человек, есть мужик, есть еврей. Вот такие. В каком году это издано? Это было до войны издано. Это библиографическая редкость. Одновременно там существовали и тершайские, и ешивы, и... Да. И в Плунгер, с другой стороны, как бы жизнь процветала в каких-то аспектах. Это уже ареал этих самых мусарников, мусар. Да, Салантай. Да, Салантай, Салантер и так дальше. Это не хасидизм. Это литваки. Это ортодоксальное литвакское направление. Ну вот интересно, у Анского, он, в общем-то, вырос в белорусской, литватской среде, какой-то вот такой достаточно ортодоксальный, достаточно рассудочный, но, тем не менее, свою идентичность, он, получается так, что он связывает с хасидской традицией, он открывает ее изнутри хасидской традиции. Изнутри изучения хасидской традиции. И да, действительно, все-таки Ицхак Лейбуш Перец, он тоже ведь явно не литватского самосознания прозаик. Он вообще из замощи. Да, из замощи, из замощи, да. Так вот, для Анского именно Перец становится тем литературным потрясением, которое реабилитирует в его глазах идиш как художественное средство. А фильм этот про клецмеров у нас имеется? Попрошу. Прекрасно. Да. Ну, значит, следующее про Клецнера или что-нибудь еще придумаем. Я бы очень не хотела... Потому что у Светы очень много мыслей. Мне кажется, что мне бы, по крайней мере, очень хотелось рассказать об украинской, современной украинской, относительно современной, последнего 20-летия украинской иудаики, и в частности о том, как в лоне украинской иудаики появился литовский номер журнала «Егупец». Я очень надеюсь, если к разговору согласится присоединиться директор Института иудаики, главный редактор журнала «Егупец» Леонид Кушлевич Фенберг, это, конечно, будет огромная радость. Но посмотрим. И фильмы о Моисее Береговском, я думаю, посмотреть стоит. Прекрасно. Спасибо. Ну, раз нет вопросов больше, так остается очень поблагодарить Света и до следующих приятных встреч. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. На этом же самом месте, но в другое время мы следите за нашим объявлением. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Thank you.
Тут будем сатирить. То, что на тарапе. Galima iš jūsų telefono pabandyti, iš jūsų asmeninės YouTube paskyros įeiti į bibliotekos paskyrą pažiūrėti.